Настройтесь, пожалуйста. Давайте я посмотрю. Ага. Угу. Давайте. Сухость во рту, першение часто бывает? Бывает. 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 Угу. Так, сейчас расслабились. У вас такое вот идет состояние, немножечко очень активная энергия вокруг. Прям давление еще подпрыгнет, потом восстанавливаю вас. Так, успокоились, успокоились. Угу. Так, боли в правом подреберье частенько после еды? Люба? Нет, редко. Угу. У вас идет процесс камнеобразования. Находили у вас там камни? Да. Угу. Все ясно. Да, 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 да. Но вы знаете, на самом деле здесь нужно немножечко подкорректировать энергетически, потому что операция здесь не требуется. Здесь можно потихонечку работать, именно растворять камни. У меня есть специальная программа для растворения камней, как в почках, так и по желчному пузырю. Так, необходимо работать с кровообращением, с сердцем. Так, ноги сильно беспокоят, колени и икроножные мышцы. Да, бывает. Угу. Я вижу, здесь идет варикозное расширение вен. Так, следим, следим за ощущениями. Работаю очень аккуратно, но тем не менее уже должно быть тепло. Так, теперь сделали глубокий вдох и выдох. Что чувствуем, Люба? Да ничего, как нормально, вроде бы как-то жарко немножко стало. Тихонечко, тихонечко распространяется тепло, это очень хорошо. Перебарщивать здесь не надо. Головокружения бывают? Я здесь вижу нарушение сна и головокружение время от времени. Ну, у меня давление. Угу. Давление в данном случае здесь... Плохо иногда. Так, значит, работу я сделала. Надеюсь, что Люба ставила воду. Значит, что хочется сказать. В любом возрасте, при любых заболеваниях, даже если вам необходимо, предстоит операция, необходимо поправить энергетическую систему организма. Для того, чтобы правильно пройти все это и выйти безболезненно из такого вот критического состояния, как операция. И, в принципе, для того, чтобы качественно жить, необходимо наводить, вот именно проходить курс лечения для того, чтобы все поправить. У Любы, значит, у нас проблемы поджелудочной и печени, и желчного, и щитовидки. Небольшая коррекция сделана. Но этого мало, конечно же. 71 год, здесь надо работать. Первый раз слышу, что болит солнечное сплетение. Ну вот где-то между ребрами болит. Который соответствует солнечному сплетению. И у вас есть также проблема желудка. И вы об этом знаете. Причем весь желудочно-кишечный тракт нуждается именно в проработке. Сегодня я поправлю информацию именно по желудочно-кишечному тракту у вас обязательно, потому что без него никакого здоровья быть не может. Ясно. Что с желудком у нас? Пока работаю, расскажите. Ой, не знаю даже, как-то не ощущала. Вот съела шоколадки кусочек, вот заболела. Шоколадки. Сейчас такие шоколадки, ночью их кушать нельзя. Шоколад я разрешаю своим пациентам. Не менее 80% какао. Да. А мы что едим? Нет, я в Германии привезла. Угу. Различные молочные сейчас у нас в моде, белые. Вот категорически этого нельзя абсолютно. Сейчас следим за ощущениями своими. Угу. Скажите, пожалуйста, как вы спите? На спине, на боку, на животе? На спине в основном. Угу. Вот это вот тоже может давать вот эти вот перекосы некоторые. С позвоночником. Скажите, пожалуйста, как ваши колени себя ведут, особенно левая? Вот у меня левая сторона как-то вот побаливает, да. Угу. Да, все, работаем сразу, сразу работаем, все. А вы немножечко вот так вдыхайте, как будто бы всем телом. Принимайте эту энергию. Да.
Но я чувствую, вы нас уже не первый раз смотрите и, наверное, водичку поставили. Да, и не первый раз, конечно. Только вас и смотрю, потому что остальные, чисто заявляю, мошенники. Ясненько. Ну, человек чувствует, кому ему обращаться, поэтому нет. Спасибо вам за доверие. И следим за ощущениями. Значит, по сердцу могут быть перебои время от времени. И еще, после еды такое бывает. Угу. Сахарок скачет. Да. Угу. По давлению есть тоже небольшие уже тенденции. Вот. Проблема желчеотделения, да. Пояснично-крестцовый отдел, есть с мочевым проблемы. Ну, то есть вы у меня мой клиент уже за такой потенциальный. Так, я не слышала о ваших ощущениях. Ну, вы знаете, легче мне стало сразу. Угу. Ну, это контакт такой долгожданный, понимаете, поэтому... Как-то вот прямо отпустила. Тепленько. А можно мне еще монеточку зарядить? У нас есть Маргарита Волкова, да. Прекрасный маг, сейчас она вам все сделает. А я записала программу на воду. Девочки милые. Девочки милые, Елена Озерова, в данном случае, первая, которая выходит. Вот если просматривать вашу всю систему скелетно-мышечную, здесь просто вот энергии, патологии сплошные. Так, так. Вот это мы сейчас будем убирать. Все воспаления, ага. Все информации вот этого вот. То вы, по-моему, когда дозвонились, сами испугались этого. Я как дозвонилась, так сердце начало и бить. Вот, я и говорю, что сами испугались, что оказывается это все-таки прямой эфир. Да, да. Да, да. Теплых да. Энергий таких. И вытяжку позвоночника ставим. И мне прямо хочется тянуться даже. Вот и правильно, и тянитесь. Только на расслабление, иначе можно потянуться не так, как надо. Над цементом и так далее. В итоге через пару месяцев, когда уже собрались это делать, их не нашли. Эли, да, какой праздничный день сегодня. Колени часто мучают? Часто мучают колено, особенно правая нога. Угу. Слишком много тянем на себе. Правая сторона, мужская сторона. Ну, возможно, да. Невозможно, так и есть. Печеночные проблемы контролируют правую сторону. Здоровая печень должна быть. Здоровая нервная система. Сердечко подуспокоилось? Да. Вот, да. Видите как. Правую руку над водой. Спокойно. Правую руку над водой поставили. И еще вдох-выдох. Наполняем общее поле, чтобы вы у меня были как хороший шар такой воздушный. Радость-то пришла какая, а? Чего молчим? Я улыбаюсь. Я смотрю на вас и улыбаюсь. Отлично, отлично. Говорить надо, чтобы другие слышали. Что можно сделать за 2-3 минуты с человеком, не видя его, а только ощущая? Я к вам запишусь, ощущая. Отлично. Что ладошка именно почувствовала над водичкой? А такое вот... Кипело сейчас. Самое главное, водичку будете принимать дважды в день. И ко мне на прием. Вас надо лечить, исцелять. Целиком и... Воду поставили? Да. Отлично. Значит, сразу правую ладонь над водой. И внимание на свой позвонок. Это центр, на который завязано и физическое тело, и энергетика. И дальше пошло информатика и так далее, до связи с высшим духом. Поэтому, когда позвоночник у нас крепкий, правильный, вот именно правильного изгиба, все поступает нормально абсолютно. То есть вы гармоничны с природой, с окружающим миром, с людьми. Когда идут нарушения, начинаются проблемы. Поэтому мы сейчас это все будем исправлять. Готовы? Готова. Готова. Вдох-выдох. Угу. И первое внимание сразу на копчик. У меня пошло покалывание. Угу. Следим. Оно сейчас будет нарастать и пойдет легкое движение наверх. Записываем программу вытяжки позвоночника и именно сонастройку с верхним
потоком и с нижним. Нижний поток – это энергия жизни, энергия Земли, которая питает физическое тело теплом, своей вот любовью земной. Идем наверх. Как изменяются ощущения? Я боли сейчас не чувствую. Отлично. Очень резко как-то боль проходит. Отлично. Абсолютно, энергетически. Так. Сейчас спокойно. Хорошо. Поднимаемся ближе к почкам. Понимаете? А зажаты, то есть заломлены. Поэтому и боль в боку, да? Поэтому идет, да, по нервному каналу идет боль. Идет воспаление, и, естественно, по нервному каналу идет боль. А там еще и иннервация к органам. Бывает такое, что эта боль просто вот... Такое ощущение склалит или в почку стреляет. На самом деле это так и есть. Боль как будто вставили вот как... Какую-то палку насквозь пробили. Угу. Но сейчас мне спокойно. Немножечко вот пошататься чуть-чуть, вот прочувствовать себя. Особенно плечиками подвигать. Когда мы отпустили нервные зажатые каналы, которые уже, как говорится, питают, иннервируют именно конечности нижние. От колена к вниз. Отлично. Отлично. Это пошло наполнение энергетикой. И сейчас это разливается, понимаете, по телу. И сейчас последнее. Внимание между черепом вот и шеей. То есть основание. Прорабатываем. Вот тут у вас зажатости, конечно, много. С шеей надо работать крайне аккуратно. Потому что все-таки там сосудный ствол, там питание головного мозга. Втягиваем в руки каналы ручные. Еще раз вдох и выдох. Оболочка вот эта, ваша защитная оболочка, отпружинивала все от вас. Негативных информаций нет, все отлично, замечательно. Будьте здоровы. А мы в основном в прямом эфире берем информацию именно с этого. Поняла. Вы очень солнечный человек, очень милый. И значит, быстрее восстановитесь. Значит, хорошо возьмете все программы. Давайте подышим. Угу. Успокоимся, выровняемся. Расслабимся. Для того, чтобы все прошло идеально, особенно с этой частью тела, что от уха до уха, нужно войти в состояние гармонии сейчас. Я помогу вам. И в состояние покоя. Выровнялись. Работаем через позвоночник. Обязательно, потому что здесь шея, конечно, шейный отдел, соли. Сейчас я запишу вам свою эксклюзивную программу растворения солей, потому что вот именно помочь правильному кровоснабжению очень тяжело, если все забито солями именно шейно-грудном отделе. Поле очень чистое, сразу видно, что работали с вами. Конечно, Сашенька работала с вами. Отлично, отлично. Следим за ощущениями. Что-то не могу понять. Учитывая ваш прекрасный возраст, я работаю крайне аккуратно. Сейчас, внимание, перевели шейный отдел на холочку туда. Так. Я же сначала подбираюсь к вам аккуратненько, а потом уже... Да можно посильнее. Не надо, не надо, я знаю, как надо. Есть просто такие толстокожие, которым вот прям надо, да, на самом деле. Так, вот сейчас уже пошли ощущения. Я смотрю именно между лопаток и голова начнет реагировать. И нагрев такой по спине. Не задерживайте дыхание, иначе ощущения запаздывать будут. Еще глубокий вдох-выдох. Не бойтесь. Сразу, вот сразу ведет работа в зону сердца. Тут же подрабатываем это все, потому что сердце с головой очень большую связь имеет, тонкую, энергетическую. Убираем все страхи, тревоги, потаенные, глубинные страхи ваши, которые даже на поверхность к вам могут не выходить, они есть у вас. Да. Забираем это, чистим все. И протягиваем энергию, добавляем ее внутрь
Раздвигаем рамки поля, увеличиваем его. Еще раз вдох-выдох. Ну вот, совсем другая картинка. А теперь начинаем улыбаться. Я всегда смеюсь. Эта вибрация сейчас нам необходима для того, чтобы вот именно все разошлось куда нужно. Записываю программу омоложения, чтобы вас не смущал ваш паспортный возраст. Чтобы вы утром вставали, подходили к зеркалу и видели молодую женщину. Да. Так, и защиту. На оздоровительные программы, на клеточные программы. Полностью. От плохих людей, от плохих событий. Ой, как хорошо. От заболеваний. Защиту на вас и на ваше жилище. Спасибо. Отлично. Как себя чувствуем? Чувствую хорошо, молодо, резво бегаю, как шайдяк. Тепленько внутри. Леночка, вы знаете, что мне еще шум в голове надоел, этот паровозный шум. Мы сейчас чего делали? Мы сейчас растворяли соли для того, чтобы аккуратненько пошло другое кровообращение, и этот шум, он пока сохранится, но он будет постепенно уходить. И придет день, когда вы скажете: ой, а что это у меня перестало там где-то в голове что-то мешать? Вот как хорошо. Вы понимаете, это незаметно придет, но обязательно будет. Я это вижу. Я это вижу, да, и желаю вам здоровья, еще долгих лет, Донь. Первое, что вы прочувствуете, это середина лба и зона сердца. Туда пойдут толчки. И начнет тепло разливаться уже в руки, в ноги. Уже разливается тепло. Ну, так мы же уже работаем. Дышим, дышим плавненько. Водичку не ставили? Поставила. Для вас будет вода. А для Вики не будет? Вика у вас в другом городе. Понятно. Водичка будет для вас. Так, как меняются ощущения? Как ладонь? Ладонь мокрая. Мокрая. Потела. Но волнует на расстоянии все-таки ребенок. Угу. Маленькая еще. С другой стороны, она очень уязвимая. Очень тонко чувствующая. Есть такое. Так, сейчас хорошо вдохнули. Угу. И выдаем через ладонь туда все желание помочь, всю энергию туда. Сейчас работаем на позвоночник. Переходим на вас. Потому что информацию я подала уже на Викторию. Тоже выравниваем центральную нервную систему. И общие программы оздоровления. И гармонизация. Что период в жизни, перестройка идет. Как сейчас сердце себя ведет? Вот у меня, когда я звонила, оно билось, и сейчас оно успокоилось. Сейчас оно успокоилось, потому что вы приняли благодатную целительную энергию. Так, сейчас вам необходимо будет, сейчас вам необходимо будет уединиться. Подержать эту емкость с водой, выпить полстаканчика и ложиться на бочок. Хорошо? Значит, если да. будет, если будет желание, обязательно по Виктории обращайтесь. Потому что не все можно говорить в прямом эфире. Тут есть еще моменты, значит, с которыми есть с чем поработать. Обращайтесь, и вам хорошо. Доброго. Спасибо. Будьте вам здоровы. Ну да, эндокринка у меня тоже проблема. Тоже. Как будто это что-то другое. Это ваш единый организм, и эндокринка, и кровь, и позвоночник здесь у нас. Да. Так. Как давно у вас вот именно пошли какие-то такие вот большие, такие резкие подъемы давления? Вы знаете, давление у меня вообще-то, наверное, после родов началось. И вот практически все время. Настолько вот именно, да, снижается давление, но человек потом просто разбитый. Так, давайте поработаем. Сейчас прямо в работе сразу, значит, будем регулировать все.
писать на водичку все программы. И дополнительно я, если что-то увижу необходимое, я вам скажу. Ушки, затылок. Как бы вот такой родничок в затылке. Это очень хорошо. Сейчас сосудики немножечко откроются. Пойдет другое активное кровообращение. Радость появится, всеобъемлющая. И это будет именно то состояние нормальное, нормальное, из которого уже пойдет исцеление. Это буквально минут 10-15. Так, замечательно. Вот сейчас до конца передачи возьмите эту емкость с этой водичкой, на которую записана информация вся. Посидите с ней. Посидите, пускай она сонастроится с вами. Информация исцеления там записана. И ко мне, пожалуйста. Водичку поставили, все сделали. Все поставила. Угу, давайте настроим. Больше ничего не услышала по поводу вашей спины. Спина очень болит. И в левой стороне, в боку, что-то я нагнусь и не могу разогнуться. И вот скособячивает меня на левую сторону. Ой, мой вы хороший человек. Вы когда ко мне сюда звонили, я говорила вам, обращайтесь ко мне? Говорили. Говорили. Позвоночник – это очень важно. И даже любая программа вытяжки позвоночника, она встает на клеточку и начинает работать. Первые несколько дней идет облегчение. Потом вас начинает вытягивать, вас начинает подламывать. И если в этот момент не дорабатывать с вами, можете себе представить, как вы выразились, и скособочит, и перекособочит. Поэтому нужно обращаться. Давайте подышим, все внимание на спину. И из копчика пошли. Где водичка стоит у вас? Рядом. Поставьте ее вот так перед собой. Да-да. Угу. И все внимание на ощущения. Что-то как ветерок идет по спине. Ветерок – это хорошо. Это значит, чисто идем. Главное, чтобы боли не было сейчас. Как сердце, как сердце себя ведет сейчас? Сердце сейчас успокоилось. Отлично. Еще раз вдох-выдох. Медленный, глубокий. Слабость сильная последние пару недель? Да она у меня постоянно, у меня диабет еще. Я спросила про последние пару недель, это важно. Да, слабость. И устаю очень сильно. Что от диабета принимаете? Глюкованс. Глюкофаж? Ванс. Ванс, господи, чего только не придумали. Так, как спина сейчас? Шея, спина, голова. Вместе с моей работой, прям вот старайтесь легенько подтягиваться. Спинку, вот как вытягивать ее, легко-легко. Хорошо. Сразу пишем информацию на поддержку сердца. И жесткую программу, именно противодиабетическую. Ой, спасибо. Ага, вот за это спасибо, а за остальное так себе, да? Нормальный подход. Ой, спасибо. Спасибо за все. Чувствуем, чувствуем, не отвлекаемся. У меня еще левая-то нога, от не совсем пальцы, до пальцей все боль. У меня ущемление седалищного нерва. Риммочка, мой хороший человек, только что работали с поясницей, забыли. Вот забудьте, что у вас было вот 10 минут назад. У вас сейчас меняется картина вся. И вот как вы будете воспринимать себя, воспринимать свое тело? Понять надо, что вы меняетесь. Меняетесь именно сейчас, здесь и сейчас. Почувствовали ноги? Да. Не болячки свои, а ноги прочувствуйте. Жарко. Оживляем полностью всю нервную систему, питание в ноги. Холодок. Отлично. Вдохнули, выдохнули. Отлично.
Обращайтесь и не тащите свои болячки концов себе. И все будет хорошо. Обращайтесь. Так, Вера, давайте вы мне расскажете свои недомогания. А я разберусь, где смотреть, что смотреть. Вот что вас не устраивает? Ну, общее недомогание, как бы. Вот утром проснулись, уже не дость. Разбалансирование всех органов и систем. То есть они не могут работать вот в замкнутом таком вот своем специфическом режиме, когда один орган питает другой, этот питает следующий и так далее. То есть должна быть единая система. Вот. А когда пошли нарушения там, и органы не знают, как им работать. То есть связи, вот эти энергетические связи, меридиональные связи, они нарушаются. Кто это может исправить? Парапсихолог, целитель. Давайте этим и займемся. Давайте поставим воду и начнем работать. Я поставила водичку. Мне нужно, очень хорошо, мне нужно, чтобы вы открылись. Исцеляться может человек открытый. Это первый признак того, что вы готовы получить помощь. Немножечко добавили... Открыто, я готова. Немножечко добавили радости этому процессу. На волне, на эмоции радости всегда все происходит позитивное. И потихонечку, сейчас я вхожу в ваше поле. Дышим, наблюдаем за своими реакциями. Дышим достаточно глубоко. В районе сердца может немножечко волнение начаться, может чуть-чуть начать стучать. Говорим со мной. Ну, пока как бы сильных ощущений нет. Мне не нужны сильные. Я не режу вас, ваш, как мясник на рынке. Я работаю очень аккуратно, поэтому ощущения еле уловимы. Но они нужны мне для того, чтобы понять. Легкие волнения какие-то. Вот, вот, правильно. Именно легкие. Потому что очень можно быстро нарушить даже то, что есть, работая некорректно. Так, распределяем все. Открываемся, чувствуем ноги, руки, спинку. Вы должны клеточку свою вот именно сактивизировать, мысленно открыть все. То есть пройтись там по телу, прочувствовать его. Проблема эндокринной системы. Так, ну вот видите, проблема с эндокринной системой, гормоны. Все надо выстраивать. Дышим ровненько, хорошо. Проблема с кишечником. Также очень много токсинов в организме, выводим все. Чистим кровь, пишем информацию, очищение крови. Кровь – это жидкость, несущая энергию, это субстанция отдельная. Несет энергию, несет кислород, несет жизнь. И она должна быть, соответственно, чистая. Так, сейчас может пойти жар. Тепло. Тепло. Тем не менее, усиливать подачу не буду, потому что сейчас это тепло будет нарастать. Так, как вот здесь, как район сердца, как район, прям там, скажем, души, вот эта вот зона, как себя чувствуете сейчас? Волнение ушло, как-то такое спокойствие идет. Конечно. Зато что сейчас происходит в вашем организме, вы себе даже не представляете. Там клетка просто ликует от того, что она стала получать вот этот вот жизненный такой вот момент, которого не хватало. И они там сидели, как в блокадном Ленинграде, бедные ленинградцы голодные. Идет приятная дрожь по всем телу. Вот, это ваши клеточки. Можете с ними познакомиться и поздороваться, вы их прочувствовали. Так, выставляем защиту. Это первая помощь, вам сейчас будет гораздо легче, безусловно. Но это не все решение. Значит, есть те нюансы, которые я могу вам рассказать один на один, не в прямом эфире. Поэтому для того, чтобы вы получили детали вашего состояния, детальную диагностику и обследование всех нюансов, это ко мне на курс лечения.
я сейчас могу сказать, что есть вот уже несколько зон, которые просто требуют, нуждаются в коррекции для того, чтобы не наступили уже какие-то более серьезные нарушения. Пока вам вот столько лет, занимайтесь собой, организм кричит об этом. Вот, надеюсь, вы поняли меня. Все можно восстановить. Без антибиотиков вам не нужны антибиотики. Вам не нужны какие-то противоопухолевые препараты. До этого вы еще, как говорится, не нарушились. Вам необходима пока что энергетическая коррекция. Пользуйтесь моментом. Это можно сделать. Можно вас восстановить. Да. Всего вам доброго. Тем более. Сначала снимаем всю ненужную информацию, больную информацию. Угу. Продолжаем расслабляться. Не держим сейчас контроль за телом. Слабьте. И сейчас внимание между лопаток. Забита вот зона шеи. Да, у меня все. Просто энергетически забито, физически забито. Сейчас я пишу вам. Еще раз вдох-выдох. И дышим как будто бы через эту зону между лопаток. Как будто бы вдыхаем и выдыхаем именно там. Она блоком стояла. Вот именно шея чуть правее. Убрали мы это все. Над водой. Не знаю, похолодело. Звездочки, все правильно, потому что энергия вот идет вместе с информацией на воду. Это энергия жизни.